в Астрахани практически все. Сердечными глистами. Почему такая истеричка, скажи?
Лапы было, ну, в, это, в анатомически правильном вот таком положении угол, чтобы был развернутый. А, так как у собаки очень сильная контрактура мышц по внутренней поверхности, и собака, когда лежит, подгибает лапы под живот. Соответственно, вся терапия, которая днем проходит, ну, ночью все возвращается в исходное положение. И для того, чтобы растягивать эти связки и мышцы, необходим именно бандаж жесткий, пластиковый.
Либо это вторичная бактериальная, либо какая-то инфекция присоединилась. В любом случае, нам не
В принципе, здесь все зашиваем и надеемся, что нам удастся справиться с этим.